Нет! Папа, нет! Нет! Таня, бежим! Где я? Мы приехали в лес за ключом сиреноголовых. Я еще не знаю, что он открывает. Но очень надеюсь, что он нам поможет в битве с сиреноголовыми. Надеюсь, у нас еще есть время. Как думаете, что открывает ключ? Напишите в комментариях. Вроде все чисто, и сиреноголовых нигде не видно. Мы в безопасности. Пап, починил? Понятия не имею, но он стал издавать странные звуки. А ну, дай я посмотрю. Сомневаюсь, что получится. Я практически ничего не делал. Просто два проводка перекинул. Даня, убегай! Даня! Даня, убегай! Что с Даней? Опять будет как зомби. Нет, проверяет, получилось починить динамик или нет. Блин, не по себе как-то. Он как змеёныш раскачивается. Точно. А я думаю, на кого он похож? Я знаю, где искать ключ. Рассказывай. Идите со мной, по дороге расскажу. Нужно взять музыкальный инструмент, инструкцию. И патронов побольше. Мало ли что. Даня, подожди! Не потеряйся! Зачем этот ключ? Ты это слышала? Да. Давай быстрее. Игрушка сиреноголового говорит, что ключ покажется только музыкальному инструменту. В смысле покажется? Я думаю, нужно сыграть на механизме. А как так получается, что динамик с тобой говорит? Думаю, когда папа его чинил, то что-то сбилось и наоборот настроилось. Вой прекратился. Ага, они, наверное, услышали механизм и застыли, как тогда. Точно. Как-то получается, пап, играй. Третий элемент найден. Класс! Мы его нашли! Круто! А что дальше будем делать? У меня есть идея! А что если расположить элементы как на рисунке? Меня все еще беспокоит. Что же открывает этот ключ? Думаю, у нас нет времени разбираться. Узнаем потом. Вот это меня и пугает.
Подержи динамики. Так, у каждого из нас по элементу. У меня ключ, у папы механизм. А у меня динамик. Но только я почему-то ничего не слышу. Может, только я могу его слышать? Странно, я тоже ничего не слышал. Пап, вот тут и стой. Если верить инструкции, то ты стал прям там, где нужно. Меня сюда как бы этот механизм привел. Странно это все. А мне нравится. Динамик, механизм, ключ. Сиреноголовый! Они здесь! Смотрите, похоже на портал! А может, прыгнем в него? Бежать некуда, они нас окружили! Интересно, куда он ведет? Папа, осторожно! Нет! Папа, нет! Нет! Даня, бежим! Ключ! Бери! Давай! Папа, как мы его вернем? Не высовывайся! Пока что не знаю! А что, если снова открыть портал, пока сиреноголовые не вернулись? Не получится. Папа пропал вместе с механизмом. А без механизма портал не открыть. Ребята, может, вы знаете, как вернуть папу? Пишите в комментариях телефон вместе со мной. Они возвращаются. Тогда бежим к машине. Точно, а там решим, что делать. Кстати, ребята, чуть не забыл, если вам нравятся мои приключения, тогда подпишитесь на канал и поставьте лайк. Мне будет приятно. Где я? Time to run it all. Hey, we go.